Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Александра Контровица «Сохраняя энергию стартапа. 10 основных фактов». На всякий случай нажмем на кнопку «Подписаться» и давайте начинать. Факт номер один. Создание культуры изобретательства. Все внимание сосредоточено на способах создания стратегического преимущества их внутренних систем. Культура изобретательства, которой может научиться каждый. На что похож день второй? В течение четверти века создатель Amazon убеждал сотрудников в необходимости работать каждый следующий день так, будто этот день первый после создания компании. На вопрос одного из работников о том, как он представляет второй день работы, Безос ответил, что считает второй день застоем. Волна искусственного интеллекта надвигается. Фактически многие сегодня осознают, что волна искусственного интеллекта надвигается, но мы не имеем понятия, как эти изменения коснутся работы, экономики, жизни. Тем не менее, рабочие места будущего уже стали реальностью в нескольких крупных компаниях. Мышление инженера. Этот образ мышления не имеет ничего общего с набором технических или компьютерных навыков. Мышление инженера не является исключительной прерогативой технологических гигантов. Небольшие компании вполне могут состязаться с ними на равных по его применению. Пятый факт. Вы должны постоянно переучивать людей. Стремление к автоматизации неизбежно приводит к высвобождению людей. Но это совсем не значит, что из-за роботов им придется пополнять армию безработных. Инновационные компании, осознавая проблему, стараются создавать условия и готовить людей к тому, что переучиваться нужно будет всю жизнь. Шестой факт. Какие навыки будут востребованы в ближайшем будущем? Исследования показывают, что в течение ближайших лет навыки, необходимые для выполнения любой работы, на 42% будут отличаться от того, что требуется от сотрудника сегодня. Чего там не хватает? Автора поразило поведение Цукерберга, который после обзора ситуации предложил журналистам высказываться о том, чего не хватает в предложенном их вниманию документе. Причем он очень внимательно отнесся к такой дискуссии. Восьмой факт. Коллективный разум. Идеи внутри Google распространяются с невероятной скоростью. Иногда даже те, кто их продвигает, могут быстро потерять контроль над ними. Случалось, что обычные разговоры за чашкой чая перерастали в инциденты мирового уровня. Разделяй и помалкивай. Свои продукты Apple разрабатывает в условиях строжайшей секретности. Это касается даже собственных сотрудников, которые в основном остаются в неведении. Компания преследует при этом три цели. Какие? Узнайте в текстовой версии обзора по ссылке в описании. Заключительный факт. Новая тактика внутреннего общения Microsoft. Microsoft переняла тактику налаживания внутреннего общения у Facebook, своего конкурента. Оно опирается на тщательно выстроенную и хорошо отлаженную систему обратной связи. Здесь приняты регулярные встречи сотрудников с руководителями, проведение сессии обратной связи, получившее название Connects. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Алекса Контровица, сохраняя энергию стартапа вместе с «Читай быстро».